В МКЦ НИУ БелГУ прошел праздник в честь юбилея медицинского колледжа. Гостями мероприятия стали представители руководства университета, медицинского института и медицинского колледжа, работники сферы здравоохранения, преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники, ветераны медицинского колледжа. Со словами поздравления выступил ректор НИУ БелГУ Олег Полухин. Перспективы у вас самые-самые радужные. Сбудутся они или нет, я не сомневаюсь, что сбудутся, поскольку гарантом этого является прошлое замечательное медицинского колледжа и не менее замечательное его настоящее. Поэтому я желаю всем вам счастья, здоровья, процветания и достижения тех целей, решения тех задач, которые вы перед собой ставите, дорогие друзья. Директор медицинского колледжа Евгений Крикун поздравил всех с юбилеем. Здесь научат искусству лечить, боль чужую принять за свою и за все. Человека любить, оставаясь с ним в общем строю. Творческие коллективы молодежного культурного центра НИУ БелГУ и медицинского колледжа подарили зрителям яркие эмоции и хорошее настроение.